Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Persida от завода Artglass, производства Чехии. Это припотолочная люстра, предлагается она только такого размера, диаметр ее 60 см, высота этой части 20 см, она на 10 ламп, цвет металла может быть золото или хром, то есть вот такой. Основная форма подвесок, здесь вот такой шар диаметром 20 мм. Также есть еще мелкие камни восьмиугольной формы, это латунные цепочки. Поверхность, на которой установлены патроны, она сплошная по всему диаметру люстры. Цвет ее хром, поэтому хрусталь в ней отражается и создается впечатление, что хрусталя на самом деле здесь в два раза больше. А максимальный, конечно, эффект от этого, когда люстра включена. Патроны здесь E14 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Форма лампы у меня свеча, но в данном случае все же форма колбы не принципиальна. Она может быть любой, главное, чтобы лампочка была прозрачной. Включенная люстра выглядит вот так. Ну, хрусталь, конечно, делает свое дело. Все очень красиво блестит и сверкает. При 10 лампах люстра, конечно же, ярко освещает. Если говорить о площади комнаты, то при высоте потолка 2,5-2,60 площадь комнаты может быть даже до 20 квадратных метров. А от потолка полная высота максимальной люстры с чашей 37 сантиметров. Ее можно закрепить на крюк. Диаметр этой чаши 11 сантиметров. А можно ее закрепить плотно к потолку вот этой частью. В таком случае чаша со стойкой убирается. И люстра, то есть высота люстры составит всего 20 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.